Кто здесь? Кто здесь? Следующая миссия, эпизод 4, уже начинается вторжение, штурм. Ситуация: оперативный сотрудник ФЕР направляется в штаб-квартиру Армахима в сопровождении бойцов от Орда Дельта. Ночный эксперт остается в резерве. Новых данных о происходящем не поступало. Задача: штурмовая группа должна высадиться на крышу штаб-квартиры Армахима и предпринять попытку штурма. Первоочередной задачей по-прежнему остается нейтрализация Фэтла. Вам поручается установить, что произошло с пропавшей разведгруппой от Орда Дельта, а также выяснить природу угрозы. Но это, думаю, скоро выясним. Пока что летим туда, на вертолете. 104-й. Мама-кошка, что с вашей разведгруппой? Дренажная галерея. Противник. Около 17.00 захватил главное здание. Численность не установлена, предположительно большая. Заложники? Неизвестно. Требования? Пока никаких. Седьмую цель. Вас понял, седьмой. Визуальный контакт установлен. Тишина. Эй, я жить хочу. Зря ты сказал. Зря очень они сказали это. Сейчас его их, в общем-то, и... Ну да, и как ушли. Ну просто отлично, я один остался. А это летчик, ты... Так, сохранится. Да, так, аптечка, отлично. Хорошо, что аптечку нам дали. Сохранимся здесь, в общем-то. Скотина, нет. Нехило нас сейчас будет выкашивать. Ждем. Ждем вас с великим удовольствием, друзья. Блин, ты пылище-то. Пылище, я бы сказал, сколько. Ну, вот они, скотины. Да, вот такая у нас битва была. Так, берем мне все-таки штурмовую винтовку. А нет, перфоратор я оставлю. Что-то я его не использовал, конечно, можно было всех приглотить просто, ну ладно. Оставлю на более лучшие времена. Насчет Янковски по-прежнему ничего не известно. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Ну да, найдены и опознаны, но вот... Хотя по скелетам-то опознать вряд ли, мне кажется. Возможно, большая должна быть. Пропала связь с отрядом на крыше. Можете подтвердить вторжение? Пока нет, проверяем. Береги с города. Нужна помощь. Куда ты дел... О-о-о-о! Тихрена себе, одна всего лишь главная. Так, пролетел прямо вверх, вылетел. Куда-то. Ты чё, идиот? Нифига себе, ну летел. Бедный клон. Как мне тебя жалко. Во, симулятор. Где вы там, сволочи? Возьмем-ка лучше симулятор. Увеличим шкалу жизни. Сохранимся на этом месте. Так, отлично. И идем вперед выкашивать врагов. Надо быть осторожным, сейчас они нас попрут. О, блин, жесть. Так, вылезай. Ни хрена не видно за это. Отлично. Разобрались. Так, здесь ничего нету, по-моему. Так, все. Идем дальше. Выкашивать своих врагов. Давай, вылезай. Я тебя жду. Мне даже гранат даже нету.
Как жалко. Так, да нет, перфоратор я оставлю. Аптечку берем. Нехило, конечно, мы их таким образом. Синие молотки, вот что, конечно, говорит, раздражает, это синие молотки. Они уже навсегда, чуть ли на каждом углу встречаются. Я даже в одном обзоре игромании, по-моему, смотрел эту часть сферы, и, в общем, они там говорили про это. Настолько однообразный локат, что черт, синие молотки встречаются повсюду. Вот такое. Так, сохранимся. Отлично, так. Привет. Мы почти же прошли даже. О, здесь, конечно, будет битва жестче никуда. Вообще некуда будет битва в конце. Наложите обстановку. О, про это я как раз говорил. Откуда он вылез, конечно? А, оттуда вылез. Ну молодец. Блин, нехило меня обманул. Скотина такая. Восстанавливаем вино. Это шкалу замедления понадобится очень скоро. Отлично. Хорошо вырубили. Так. Аптечки нам, конечно, бы очень бы понадобились. Не, он уже кончается. Точнее, кончились уже. Ну ладно. В общем-то, эта игра у нас хардкорная все-таки. Отлично. Так, ладно, идем дальше. Так, что у нас здесь есть? Синий молоток снова появился. Так, зеленый стимулятор, увеличим шкалу замедления таким образом. Так, дробовик у нас. Берем колш-дробовик, пока что ли, поприменим его. Так, вот здесь, по-моему, где-то будет интересный момент, сейчас посмотрим-ка. Точно помню, где-то здесь у нас появится кое-кто. Сюда. А, хотя нет, не здесь. Блин, граната. Что ли? Выкурила. Ох ты, граната! Ну иди сюда, что, скотина? Иди сюда, скотина. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Нету. Идем дальше. Что? Я только что принял сигнал, Янковский. Он в этом районе. Как он сюда... Ты даже не знаешь своего имени. Снова призрак Янковский появился. Чертов. Ну да, он, в общем, говорит нам, что как бы наш главный герой не знает своего имени. Да, в общем, зовут только Пойнтмен, такой странный, конечно, имя, конечно. Да, он знает таким образом. По-настоящему-то мы не знаем даже, как его зовут. И не узнаем, как оказывается. Ни в одной из частей нам об этом не скажут. Хотя, в общем-то, лицо мы потом увидим. Но это, конечно, потом. А по другой игре об этом речь пойдет. Так, берем птички у нас. Теперь две аптечки хотя бы есть. Будут. Отлично. Во, так, одну птичку ставим. Сохранимся и, в общем-то, пойдем-ка выкашивать их при помощи перфоратора. Там у нас... Охренеть! Ох, блин! Я успел просто... Ох, как офигеть! Они меня закидали, сволочи. И ни хрена не видно. Хотя бы их закидать. Давайте таки закидаем, что ли. Используем эти, в общем-то, липучки, если они приблизятся, когда я буду взрываться. Чё-то нихрена не видно. Из-за ДП или нифига не видно.
Нифига. Черди, нифига не видно. Что ж так пыль такая? Мне нужна поддержка. Мне тоже нужна поддержка. Ты не понимаешь. Привет, дружок. Ты ждал меня? Видимо, не ждал. Я рад, что ты меня не ждал. Я тебя тоже. И не рад был тебя видеть вообще. Так, что-то музыка играет, но я никого не вижу вообще. Ни одного воина. Какого хрена там музыка играет? Так. Нет, берем. Не знаю, берем ли. Нет, в общем-то, у нас так-то оружие нормально пока что. Перфоратор — отличная штука. Так, ну что ж, идем, все. Разберем уже стекло, теперь миссия на этом заканчивается.